Итак, всем добрый вечер. Надеюсь, вы меня видите и слышите, потому что на улице уже темнеет. Надеюсь, мой телефон справится. Итак, выхожу на связь. Я очень дико извиняюсь от того, что эфиры стали редки и разговоры с вами нечасты. Но я немножко втянусь в график, и все, мы возобновим. Будем гулять, будем ходить. По чуть-чуть и так могу сказать. Тьфу-тьфу-тьфу, вроде бы втягиваюсь. Понятное дело, что не все так просто, но мы держимся. Первое. Хочу прокомментировать по поводу Харькова. Столько возмущений, что мы записали город Харьков, что это какая-то дуристика, что так нельзя. Так можно. Это первое. Предусмотрено законом. Объясняю, что тут нарушение. Ну, например, живет папа с мамой в Харькове. Ну, выехали они на выходные, например, куда-то в село, и там произошли роды. Ну и что? Ну, через пару часов все равно, или, я не знаю, через два дня они будут жить в Харькове. Второе. Это наш ребенок. Мне понравилось, как один мужчина написал. Полностью согласна. Это наш ребенок. Поэтому нам решать, что мы хотим написать в документах. И мне понравилось, как прокомментировала моя мама вчера. Почему-то хочется Харьков. Да потому что мы харьковчане. Потому что зародилась эта долгожданная жизнь в Харькове. Потому что выжила эта жизнь. Несмотря на бомбежки, на ночевку в метро. Кто не верит, может вернуться в самые ранние видео и посмотреть, как мы ночевали в первые ночи войны в метро, как замерзли, как меня рвало в этом метро, как потом прятались в подвале, как я сутки спала в тамбуре в холодном костюме, вернее, в холодном помещении, в костюме, куртке, как мы эвакуировались. Поэтому на память и принципиально хочется, чтобы было именно так. И еще, кто не знает, Харькову присвоено статус города-героя. Поэтому моя позиция, чтобы у ребенка стоял Харьков. Я благодарна сумчанам, я благодарна жителям города за поддержку, за все. Но все-таки мы остаемся харьковчанинами. Вопрос еще был, что за махинации? Никаких махинаций нет. В документах стоит город Харьков, но в деле подтянута справка из Сумского роддома. Все это официально, но это наше право. И еще вопрос. Многих волнуют бабки. Бабки, 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 да? Так. Вот я отвечу, сколько можно заработать на ребенке. А то же некоторые подсчитывают, да, наверное. Итак, по поводу бэби-бокса. По официальному закону, да, мама, которая выписывается из роддома, может получить бэби-бокс. Неплохие наборчики такие, где будет одежда, гигиенические средства и так далее. Или 6500. Даже если бы я захотела бэби-бокс, сейчас их нет в роддоме. По крайней мере, в Сумском роддоме на Троицкой их не было. Поэтому все получают 6500. Вернее, дают талончик о том, что ты не получал бэби-бокс. С этим талончиком ты должен поехать на Харьковскую улицу. Ну, то есть поехать в социальную службу и оформить. 6500, если курс 36, это где-то, я не знаю, 180-170 долларов. Когда их получу, не знаю, люди по 3-4 месяца ждут. Это первая выплата. Посчитали, заработала. Вторая выплата. Вторая выплата 41 или 42 тысячи с копейками. Плюс-минус это 1000 долларов. Но я ее не получаю единоразовой выплатой. Мне платят 10 тысяч. Это, блин, с математикой сейчас туго. Ну,
$300 мне платят единоразовая выплата. И потом все, весь остаток делят на 3 года по 860 гривен. Итого считаем 10 тысяч в начале и 6500, 16500. Вот 16500 гривен я могу получить. Опять же, непонятно, через какой промежуток времени. И декретный я тоже еще не получила. И по поводу этого тоже люди возмущаются. Задержки колоссальные. То есть фактически ты родил ребенка, декретный ты не получил. Когда ты получишь эти социальные выплаты, непонятно. Вся надежда только на папу, на сбережения или на какой-то свой заработок. Поэтому буду втягиваться тоже в YouTube, чтобы пытаться как-то подработать. Потому что, да, есть отопление, есть коммуналка. Кто считает мои доходы, может посчитать и расходы. За аренду мы платим 2700. И сейчас с отопительным сезоном, скорее всего, где-то 2500 будем платить за коммуналку. Так что считайте, зарабатываю я или не зарабатываю. А меня отпустили буквально на 20-30 минут, чтобы я прошлась, подышала с воздухом. Мы с малой выходили, гуляли с Виктором Владимировичем. Но мы пока гуляем на руках, потому что коляска тяжелая. Спускать ее вниз-вверх одной мне тяжело будет. Ну и плюс 20-30 минут можно поносить на руках. Внизу ее страшно оставлять. Ну и плюс малая периодически засыпает все-таки в коляске. В кроватке она категорически не спит. Так что, и еще напоследок посоветуйте, пожалуйста, у кого маленькие детки, какой хороший обогреватель и безопасный для малыша. Потому что вот сегодня я замерзла все-таки в квартире. Газ газом, но газом ты не будешь палить целый день. Ну и плюс все равно свет. Вот вчера с 4 дня 2 на 2. 2 свет был, 2 не было, 2 был, 2 не был. Ну за 2 часа как-то обогреть можно. Понятно, что советуйте обогреватели с учетом ценового диапазона. Потому что кто-то советует инфракрасный, кто-то конвектор. Придется как-то выделять и покупать. Вот такие дела. Ну, а вы смотрите наш канал, подписывайтесь, ставьте лайки и рекомендуйте нас всем знакомым. Мы будем очень благодарны. Ну, а мамочка моя, бабуля, завтра едет домой. И к нам приезжает на недельку вторая бабуля. Одну провожаем, вторую ждем. Вот так.